приглашается Эркасан Мухареб, представляющий Данию. Очень нестандартный стиль Эркасана Мухареба. Кто-то может назвать его даже где-то корявым. Но вы сами все увидите. At the W5 tournament, in the close fight, he was defeated by Vlad Tuinov from Russia, from Aral. It was a technical knockout in the fifth round. He also lost to K1 legend Jabar Askarov. This fight was in Russia, in Moscow, at the Russian Challenge tournament. But still, Rakhazan Mukhareb used to knock Jabar Askarov down, and it was very hard for Jabar to stand up and to continue fighting. He also lost to a brilliant prospect. Ну и соперником Эркасана Мухареба будет Рустам Базаров. Там Базаров, он базовый таец, да, то есть его боевой стиль — это муай-тай. Ирина Чубатова только что была на ваших экранах, это также она является представителем оргкомитета данного турнира. Рустам Базаров очень хорошо выступает по тайскому боксу на чемпионатах России, регулярно попадает в призы. Посмотрите, да, на соотношение количественное боев у одного и второго спортсмена. У Эркасана Мухареба их 132, у
Рустама Базарова пока что 5. Произошла у нас смена рефери, но это тоже традиционная практика для турнира ТНА. Вячеслав Митряковский сменил Руслана Мухарлямова. Видимо, преимущество в антропометрии у Рустама Базарова. Он выше, более длинные рычаги. Посмотрим, сумеет ли воспользоваться этим. Ну и, как я уже отмечал, дорогие друзья, у Эрхасана Мухареба очень нестандартная техника. Да, вот такие вот удары в прыжке, такие наскоки характерны для него. Эрхасан Мухареб just doesn't have the standard techniques. He's not fighting as a classical kickboxer, you know. He jumps often. So practically the same style we saw when he was fighting against Latunov, for example. Да, помним прекрасно поединок Эрхасана Мухареба с Владом Туйновым. И это были 5 раундов, и только лишь в 5-м раунде Влад Туйнов сумел доказать свое превосходство, когда отправил соперника в нокдаун. Рустам Базаров продолжает стараться действовать с дистанции. Хороший удар ногой по туловищу. Но, разумеется, визитная карточка муай-тай – это удары коленом, удары ногой по разным уровням. Удар с разворота. Вот здесь, посмотрите, подхватил ногу соперника Эрхасан Мухареб. И, конечно, Вячеслав Митряковский сразу же делает замечание. Попытка пробить коленом в прыжке с разножкой в исполнении Рустама. Очень хороший эпизод для Базарова. Хорошо по туловищу с правой руки, тем более, что соперник работает в правосторонней стойке. Здорово попадает Рустам Базаров. Открывается счет. Получает преимущество нокдауна Рустам Базаров. Это означает, что если Эрхасан Мухареб за оставшиеся два раунда, да, ну и часть первого раунда не оформит ответный нокдаун, то, соответственно, он будет вынужден признать свое поражение. But still, he has to be very careful. He shouldn't get cocky. Oh, good connection from the left. Хорошо попадает левой рукой Эрхасан Мухареб, но такое ощущение, что никак не отреагировал на это Рустам Базаров. И вот эти удары достаточно опасны. The referee tells to the Russian fighter that he cannot use the elbows. It's not Muay Thai. Довольно размашистые удары у Эрхасана Мухареба, но в этом весь он. Причем этими вот здесь здорово встраивает удар слева Рустам Базаров. Несколько по корпусу и затем в голову.
Итак, продолжается поединок. Второй раунд. Рустам Базаров против Рахасана Мухареба. Мухареб, представляющий Данию. Ну, понятно, что корни у него не датские. Чуть-чуть поехала нога сейчас у Рустама Базарова. И так немножко стало тревожно за него, потому что если бы вдруг там упал, да, потому что он получил удар, то вдруг бы были бы формальные поводы у Вячеслава Митряковского также открыть счет, и тогда бы положение в поединке выровнялось. А тем временем Рахасан Мухареб продолжает идти вперед. Он понимает прекрасно, что ему надо отыгрываться, что ему необходим ответный нокдаун для того, чтобы перевести этот бой в четвертый раунд. Хороший фронт в исполнении Рустама Базарова. Good combination by Rustam Bazarov. I think that the Russian fighter should keep the distance because of the length of his limbs, of his arms. Вот сейчас здорово провалил соперника Рустам Базаров. Another one, a very dangerous left hook and left cross. Так, и показывает Рахасан Мухареб, что был удар в пах. И надо ему некоторое время на восстановление. И опять, посмотрите, доводят удар до цели. Рахасан Мухареб падает. Рустам Базаров, но все в порядке. Look at the footwork of Rustam Bazarov. He's working absolutely right. Попадает. Попадает жестко довольно слева Рахасан Мухареб. Но там, по счастью, смещался назад Рустам Базаров, поэтому... А вот здесь тоже еще плотно так прикладывается по своему сопернику Рахасан Мухареб и делает все. Вы посмотрите на технику ударов. No knockdown. The referee says that the fight should be continued. Техника такая, да, не самая стандартная, это мягко говоря, у Рахасана Мухареба, если не сказать где-то корявая. Но при всем при этом его удары способны уронить. Вали Базаров, отец и тренер Рустама Базарова, очень сильно переживает за сына. Тем более, что Рустам Базаров пропускает удары руками. И, конечно, это не может не беспокоить. Rustam Bazarov continues to attack his opponent's head, and he is successful in his attacks, actually. Another throw from Rustam. Итак, третий раунд, который станет последним в этом бою, если Рахасан Мухареб не отправит соперника в ответный нокдаун. Снова попытка пробить с разножки в голову в исполнении Рахасана Мухареба. Нет, поскользнулся, конечно же, Мухареб. Там не было ничего страшного абсолютно. Rustam's corner tells him not to forget about the jab. So
I still think that, and I insist on the fact that Rustam Bazarov has to keep the distance, has to create the distance because of his height, because of his style. But still, Rustam Bazarov keeps the pressure. Рустам Базаров, кстати, продолжает оказывать давление на соперника. И вот здесь очень неплохо обменивался Мухареб. Еще один удар получает Рустам Базаров. Выпала капа у Рустама. И вновь, посмотрите, заходит на свой удар с левой Эрхасан Мухареб. Попытался пробить по туловищу. Ответ Рустама Базарова. Удар коленом по корпусу. Удар ногой с разворота в бедро. Такие движения встретишь, как правило, в карате. Body shots, body kicks, body punches influence badly at cardio. You start to breathe heavily, and, cardio lows. Еще один удар с разворота в исполнении Рустама Базарова. Продолжает он владеть инициативой. Эрхасан Мухареб по большей части отступает. И вот даже здесь попытался он опять исполнить Супермен Панч. Ничего не получилось. 20 секунд до завершения третьего раунда, который, если не произойдет чего-то ужасного, а именно нокдаун, то должен стать последним. Вновь выпадает капа у Рустама Базарова. Рефери показывает, что необходимо остановить время. Оу, посмотрите, вот здесь опять попадает Эрхасан Мухареб. Все, бой закончен. Ну что, победа одержана. Поздравляем Рустама Базарова с выходом в четвертьфинал турнира ТНА Кубок Татнефть. Посмотрим, что будет дальше. Но, конечно, Рустаму Базарову еще есть над чем работать. И... Скажи пару слов. Я вижу, тебя переполняют эмоции. Ну, поделись. Ничего, я прямо не знаю сейчас, что сказать. Я в порыве радости. Say. Все прошло по плану. Аккуратно боксировал, сделал свою работу. Plan. Надо было отправить нокдаун. Странно, почему еще один меня считали. Хорошо попал. Ну ничего, главная победа наша. Россия, всем спасибо, близким спасибо. Красноярск, ура!